мы уже делали в течение всей игры один и тот же раунд на Мираже, Дасте и Эншенте. И что самое странное, мы постоянно выигрывали игры. А сегодня пришло время Оверпассу и посмотреть, получится ли здесь так же. Мы дали каждому игроку в команде свою роль, от раскидки до движения на карте. Наша задача ничего не менять в течение всей катки, кроме твоего лайка под этим роликом. Го его поставим. А сейчас посмотрим, как выглядит весь наш натренированный раскид. Я кидаю смок на хелпу. После чего кидаю молотов на бочке. Флойд Лох дополняет мой смок на хелпу. И кидает молик на воду. Пасурета кидает молотов на шорт. Брат кидает у нас смок на хэвен, и после чего две флешки. Раз. И вторую флешку. А мама Свиги кидает смок на коннектор. Давайте посмотрим, какая у нас получается картина, если смотреть на все это сверху. Раз, два, три. Ну что, у нас такая интересная картина. Молотовые на воде, молотов на бочке, смок на хелпе. Я думаю, то, что можем начинать делать то же самое в течение всей гребаной игры. И посмотрим, насколько это рабочая темка. Погнали. Так, все, я готов. Давай, давайте уничтожим, молим. Уничтожим. Я кидаю смок. Три Б. В атаку. Не стопьте меня, когда смог. 9. Молодцы. 9. Шорт. Все, лаз 9. На стрельбу, ребят, ПВП. Молодцы. Go, guys. Бочки. Вода. Бэксайд. Там два на воде должно быть. Вода хупа. Сейчас прыгнем. 16-0 надо. Я зарежу. Найс. Сюда. Давай буст сделаем. Буст, да, это буст. Давайте буст. Они могут запушить аккуратно. Я смотрю. Так, сидите так. Так сидите. Просто долго сидите так. А ты снизу видишь? Я все вижу. Все. Ну я не знаю, что здесь придет. Авик тут есть. Ждем их, просто ждем. Авик тут, блядь. Они подсадку сделали вот эту Д. На Б. На респе 8. Ну пусть стоят тут тогда. Он стоп слышит. Смотри, буст слева, там где на цементе высится. Я дам эту флешку. Там ничего нет, офигеть, все карты видно. Это чтоб хэвен убить. Я это... О, вижу. Все, погнали, погнали. Гранаты. Давайте. Монстр летим. На Б. Пропускай всех. Да. 4-5 в себе. Начинай. Начинай. Командир какой-то. Кинул флешку 2. Сзади. Опять. Выходите. 9 авик. Легенда! Авик на монстре. Они так и будут всю игру медленно играют. Я понял. Сука, киберспортсмены хуй. Можете то же самое, но... А они читать будут, он же сказал вам, скорее всего. А он даже не знает, где лол. Ванит видит. Ну чё он не даблзумится? Еще немножечко. Они довольны, все хорошо. Опять подсадили. У белого. Правильно, туда их. Что делаем? Давайте фас. Дал? Справа. Опять раскид Б. Это какой раунд ты знает, походу. Монстр сидит. Убил монстр. 9-1. Вода должен быть, это просто. Пробуй ставить или фейканик. Убил воду. Молодцы. Они так и будут под Б ходить, я и... Можем воду занять? Давайте вставим Б. О, 9-й раунд. Мы просто завалить и сюда играть. Огонь Астралис, короче, все, я придумал, что мы сделаем сейчас. Гоу, короче, идите сюда, вот сюда я покажу как. И пусть кто-то чекает Б еще. Ладно, я буду.
Офигеть, я опять делаю этот раунд. Да, они все были под кону. Ерда, у них эко. Выходи. Эрик убил. Шорт должен быть 100%. Эрик, шорт, аккуратно. Я ставлю бомбу. И шорт. Выиграйте. Я выиграю. Не пошло. Лох упал. Одна пуля, одна. На пестике, на скеле. Какой бот. Тяжелый. Офигеть. Легенда. Ужас какой. Бля, они надо ни разу не сходить за один с раунда. Мне кажется, они ласт раунд пойдут, да? Это читаем всеми, даже кто не смотрел ролик. Ну, да, это как-то читаем. Он поджимай, Дмит. Эрик, можешь убить. Я зарежу. Он не идет. Зарежу. Окей. Ладно, отвернулся. Вот с дропом разыграем. Давайте, вылетайте. Все, иди, оранжевый, беги, оранжевый. Он один. Справа. Быстрее. Хорошо. Не ебать, забей. Одно бы в голове. Все, сейчас давайте с ножами на... А там каждый раунд чел играет, да. Там с ножами не получится, Эрик, там каждый раунд чел играет. Потушите, да. Можете смог откинуть, типа, на начало медаль, с ножами пробежать ломк. С ножами бегите, с левинта оружие. Ну, типа сюда. Пока не увидел. Не, возьмите никого. Нож, а, есть флешка. Лонг пикает. Да, он играет. Это странно, чё. Есть копать. Двое! И лонг еще один. Блин, ой, они как будто все смотрели ролик. Что за ужас? Типы, которые знаешь, у них память как у золотой рыбки, они каждый новый раунд типа забывают и потеют. Не, они в теории каждый раунд играли. А потом после игры на 3 тайки. Да, они играли каждый раунд так. Они каждый раунд на Ашли? Да, так вспомнишь, в прошлом раунде они вдвоем обходили. Guys, fast water, все water. Кинул. Кидаю. Давайте, погнали. Монстр. Бля, ебать они дикие, сука. Мышки подколбасится. Три вода. Вода. Шорт. Давай. Делай. Дал флешку. Бочки. Выходи, нет, бочки. не бочки. Хорошо, брат. Говорю, фастиком не бегаем. Так почему мы можем выиграть? Ну да. Чё ты реально хуйню сказал, можем выиграть. Ну с чего ты взял, что хуйня? Если не веришь в свои силы, ну не надо. Два вода, два монстра. Чувак, где он сейчас ослеплен? Мок пролетел. Хороший флэш, кстати. Ой. Все, хлопа. Молодцы. Не-не. Они до сих пор не ходят на. В пятером на Б. Они до сих пор остаются на. Они один и тот же сетап делают, тем не менее, они не кидают смоки, почему-то смоками остаются. Это как так? Никого. Авикова хлопа. Убили. 9. Убили. Вода еще. Убили. Боже. Как идеально! То есть это тактика жестко. Это вам ничего. Оу, бро! Это тотальная доминация. Унижен. Так, у нас фиолетовый ФК. Го воду займем и будет на воде. Все, подождем его, давайте. Подождите его. Может, давайте, что ли, хотя бы, ну, монстр запушим, они на 15 секунде выходят. Го на чисто не просто сидеть, он нам идею подал. Давайте, типа, что мы ФК. Да. Они рашат, кошмар. Бля, даже тут обосрались, я в охуе. Ай, за смоком. Снизу. Настрой. Пас там идем, монстр? Да. И кидай в сайт. Потому что я на сайт. Убил воду. Вода. Вода, еще один вода. Убили. Астралис. А потом Лекс на А с ножами. Давайте Астралис. Может быть, вот здесь? Вот там? Нет, просто... Там реально. Да, давайте вот там. Давайте. О, дайте его. Все, кайф, давайте. Берон, это убьют красиво. Да. Он должен сказать что-то. Я
Я лево взял. Оу, Сидим. Мы будем тут. Они пушат. Монстр кинули флеш. Ладно, давайте. Гоу все. Где гоу все вода? Надо вот зайти. Это снайпер прощается. Я кинул дверь. Этот всегда стиль. О, девяточка. Девять плеер. Это бот? Ножи. Гоу ножи и идем через туалет, главное. Потому что лонг очень долго. И все. Давайте. На ножах. Let's go. Ой. Ну блин. Все, давайте проходим. Блин. Так, смотрите, раскидываем и уходим обратно. Давайте. Уходим прямо сейчас. На Б, на Б. Не тяните. Через кон? Да, быстрее. Коннектор. Быстрее, убивайте и идите на Б. По-моему, их двое. Да, их двое. Послушайте, у меня есть классная идея. Мы ждем, пока поставят бомбу, и делаем ретейк с нашей раскидкой на Б. Поняли все? Все, летим. Летим на Т-спаун и раскидываем как нужно. Я раскидываю. Есть молик, дай, есть молик. Дай молик. Я кинул. Это сработал, смотри, я диффуз. Все, молодцы. Я миснула, кстати, смоком в кон. Блин, это такой ужас. Реакции ноль. Гол так каждый раунд делает. Давайте. Так, ребятки, раскидываю. Я кинул смок. Два монстра. Ужас. Пиздец, блядь. Конкретный нахуй. А вот тут есть реально. Просто пизда, блядь. С каждым днем такие ролики снимать все сложнее, потому что люди знакомы с этой рубрикой. Но я искренне советую посмотреть ролик на Мираже или же на Дасте. Там очень вышло все удачно. Выбирай карту и приятного просмотра. До следующего ролика.